Итак, продолжим наш выпуск. В Мурманске идет монтаж оборудования на новом заводе по переработке рыбы. В строительство инвестировали более 700 миллионов рублей. Запустить предприятие в планах уже осенью этого года. Ассортимент будет больше, а вот цены могут и ниже стать. 210 рабочих мест. Это высокооплачиваемые рабочие места, потому что завод будет очень таким автоматизированным. Оборот завода будет 2,5 миллиарда рублей. То есть это такой значительный шаг для того, чтобы развивать рыбопереработку именно на Мурманской земле. И, конечно, это даст такой очень серьезный толчок к тому, чтобы Мурманский рыбный порт больше принимал судов и выгружал, перерабатывал. Ну и, конечно, это рыба для наших магазинов. Это принципиально важно.